Второй — это Lost Labyrinth, второй акт. В старшей версии это полностью ублюдочный уровень, где мы должны бегать с факелом, чтобы что-то взрывать, там решать одну головоломку, и в конце дадут 15 секунд покататься на вагонетке. Короче, сраный уровень, я не знаю, ненавижу его. В мобильной же весь уровень мы будем кататься на вагонетке. Абсолютно весь. Прыгая через пропасти, нажимая на кнопки, при этом управлять вагонеткой мы будем через гироскоп, поворачивая телефон. Но если хотите, эту функцию вы можете в принципе отключить и управлять сенсором. А сейчас я вам расскажу про другую приколюху. Вот вы же видите сейчас геймплей на экране, да? Ну и как вам? А что если я вам сейчас скажу, что это версия с приставкой HD, которую позже убрали? Да, это последняя и улучшенная версия этой игры на телефоне. Изначально эта игра имела уменьшенное разрешение экрана, а вместо новой модельки Соника была измененная моделька из Sonic Rush. Почему именно из Sonic Rush, спросите вы? Да просто что Sonic Rush, что Sonic 4 Episode 1 помогала делать студия Dimps. В принципе, все.